24 июня на бульваре Кузнецова возле памятника выпускникам 1941 года состоялось торжественное награждение медалистов из школ Сергиево-Посадского округа. У нас в этом году 1017 выпускников покидают стены своих школ. У нас есть хорошие результаты, и мы ими гордимся. У нас 17 стобальников, 2 мультибальника. У нас 67 ребят, которые действительно окончили школу, окончили 11 классов. Ну, по-старому мы говорим золотой, серебряный медаль. Сейчас это мы говорим, что заслуженно получают награду, медаль, школьную медаль за особые успехи в учении. Ребят, мы искренне каждым из вас гордимся. Но очень просим не останавливаться на достигнутом. Ведь успех каждого из вас зависит от вас. От вашей целеустремленности, от вашей наступательности, от вашего всегда желания идти вперед. И тогда будут постоянно покоряться новые планки, новые вершины, новые успехи в учебе, в работе, в жизни, которые вы себе сами ставите. Впереди у вас целая жизнь. И, конечно, хотелось бы пожелать вам, чтобы вы достигли всего того, чего себе загадывали, чтобы вы получили любимое, нужное, достойное образование, чтобы вы нашли свое особое место в этой жизни. И самое главное, чтобы у вас по жизни было большое человеческое счастье. Не забывайте о педагогах, конечно, о своих родителях, потому что огромный результат сегодняшнего вашего труда – это они, которые идут с вами и будут идти дальше по всей жизни. Мы сегодня награждаем ребят, которые закончили 11 классов в нашей общеобразовательной школе на оценке «Только отлично». Сегодня будут вручены медали 67 медалистам из 22 школ. Всего школ у нас 33. У нас есть к чему стремиться, чтобы в остальных школах были медалисты. Но это не показатель золотая медаль. Да, это прилежание, это усердие. Но у нас есть дети, которые не получили золотую медаль. Чтобы медаль просто. У нас нет теперь золотых, серебряных медалей. Получили хорошие, достойные оценки на едином государственном экзамене. Выпускникам вручили заслуженные медали за особые успехи в учении, благодарственные письма от главы округа, а также каждый из них получил в подарок экземпляр книги краеведа Александра Рудултовского «Тайны и легенды Сергиево-Посада». Сегодняшний день стал для нас, пожалуй, одним из самых важных и торжественных событий в нашей жизни. Для каждого медалиста полученная награда – это своя маленькая победа, которую с нами по праву разделяют наши педагоги и родители. Поэтому особые слова благодарности хочется выразить, конечно же, нашим учителям, которые на протяжении 11 лет помогали постигать нам тайны науки, заниматься исследовательской деятельностью и принимать участие в олимпиадном движении. Сложно ли было идти к этой цели? Это потребовало достаточных усилий, особенно в тех предметах, которые требуют настоящих усилий и вложений времени. Было достаточно сложно, но, наверное, отдельное спасибо надо сказать моим родителям и учителям, которые безумно мне помогали на всем моем пути. Вот, поэтому это значительно облегчило мой путь. Да, это было довольно сложно, как раз потому что экзамены ЕГЭ довольно-таки сложные, да и в школе тоже сложно учиться из-за большого количества домашних работ. Да, и зачетов самостоятельных, контрольных. Все присутствующие на мероприятии выразили надежду на то, что в будущем будет еще больше выпускников, которые заслуживают медали за особые успехи в учении. Мария Ревека, Сергей Власов, День города.